Сама услуга стоит больше, чем платит население, утверждают в администрации города. Если 2 года назад разница выплачивалась через бюджет края, то с начала 2015-го эта функция легла на город. По причине того, что стоимость услуг спецавтохозяйства возросла, связано это с дорогостоящим перевозом отходов, соответственно, и убытков у предприятия стало больше. Разница в доходах и расходах составила порядка 30 миллионов рублей в месяц. Поэтому администрации города и было принято решение изменить норму накопления, а значит, поднять стоимость оплаты за услуги САХа. Все тарифы аналогичных предприятий, как спецавтохозяйство в городе Сочи, примерно одинаковы. И если кто-то предлагает услуги значительно ниже стоимостью, значит, весь этот мусор или твердокоммунальные отходы, как сейчас в соответствии с новым законом Российской Федерации, вывозятся. Они не вывозятся на полигоны Краснодарского края, а, наверное, где-то прячутся в наших зеленых зонах. Вот здесь каждый, кто заключает договор, должен понимать, что не бывает услуги, которая в 2 раза дешевле, чем услуга спецавтохозяйства. А вот в перечень услуг спецавтохозяйства входит сбор отходов, перевозка на завод, сортировка, опрессовка, упаковка и транспортировка мусора на полигоны Краснодарского края. Кстати, в Белореченск отходы пока не везут. Там продолжается строительство полигона. Поэтому весь мусор отвозят машинами в Анапу. И 210 рублей. Они, по большому счету, позволяют работать спецавтохозяйству с большой натяжкой в ноль. В ноль. Фактически затраты САХа на одного человека в месяц составляют порядка 250 рублей. В конечном итоге администрация края и города должна принимать дальнейшее решение. Это первый шаг. Дальнейшее решение – либо будем формировать бюджетное финансирование, если это получится. И если это мы сможем сделать в соответствии с постоянно меняющимся законодательством Российской Федерации. Если это не получится, значит, есть другие варианты решения. Например, вывоз твердокоммунальных отходов по железнодорожным путям. А доставить мусор поездом можно только в Белореченск. Администрация края готова оказать поддержку и в ближайшее время решить вопросы с подрядной организацией, затянувшей строительство полигона. Еще один путь – запуск 2 сортировочных станций в Сочи. Эта программа до сих пор не была выполнена. Если получится реализовать эти моменты, то роста тарифа точно не будет. И суммы 210 рублей с человека хватит для работы. Работы САХа без убытков и даже с прибылью. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.